Это одна из первых картин Матисса. Называется она «Читающая женщина». И хочу я вам сказать, что Матисс вовсе не был сначала художником. Он, как очень многие дети послушные, внял, значит, тому, что отец хотел, чтобы у него была надежная профессия, как и в наше время, так и в 19 веке, надежная профессия – это юриспруденция. И он честно отучился на юриста и стал работать клерком у присяжного поверенного. И ничто не предвещало. Мы могли вообще, если бы не аппендицит, мы могли не знать Матисса художника. Но у Матисса случился аппендицит. Его положили в больницу и лечили 2 месяца, потому что были какие-то осложнения после болезни. И мама, чтобы он не скучал, потому что 2 месяца валяться в больнице, ничего хорошего, она ему принесла коробку акварельных красок. И он копировал открытки, лежа в больнице с аппендицитом. И копируя открытки, он вспоминает, что он вдруг впервые в жизни начал получать неизъяснимое удовольствие от этого процесса. И когда он выписался из больницы, он начал подумывать о том, как бы все-таки, вот, ну, не совсем он юрист, как бы душа чего-то другого просит. И в результате вот этих своих метаний он понимает, что надо ехать в Париж, надо ехать в Париж. И в Париже попытаться поучиться у какого-то хорошего преподавателя, научиться писать так, как надо. Он ходит в Лувр, как на работу вначале, без всяких учителей. И учится у великих. Один из великих – это такой знаменитый мастер натюрморта Шарден. Очень точно изображающий все на свете, такой художник-реалист. Если бы он жил в России, его бы причислили к передвижникам, конечно. И вот, глядя на Шардена, он изображает такую читающую женщину. На первой же выставке, в которой участвует эта картина, эту картину покупает государство. Вы понимаете, что это для человека, который вчера был юристом, а сегодня вдруг внезапно начал рисовать? Это признание того, что да, ты художник. Твою работу официально покупает государство. И он делает дальше следующий шаг, покажи, пожалуйста. Он делает натюрморт такой вот, я бы сказала, здравствуй, Шарден. Это в такой в традиции Шардена, когда каждый предмет материален, когда вот этот глечик для супа или супница такая керамическая, видна керамика. Лимон на переднем плане большой, видно, что это лимон. То есть такая вечное представление о мире, как о вещах, к которым можно прикоснуться. Он начинает ходить в студию Густава Море. Это такой уникальный символист, художник. Если все-таки когда-нибудь закончится эпидемия, и мы с вами окажемся в городе Париже, то надо непременно сходить в музей, мастерскую Густава Море. Он совершенно... Я не была там, но там была моя подруга Наташа Романова. А когда она говорит, что куда-то надо идти, вот как с Житомиром, с Свято-Михайловским, значит, туда надо идти обязательно. Она говорит, что тебе очень понравится, потому что там, кроме того, что огромная коллекция его картин, там еще сам дом, как вот какой сказочный какой-то, там прекрасные лестницы, там кованые... Эти самые ограды, балкона и окон. То есть дом такой вот основательный дом буржуа 19 века. И вот в этой атмосфере, потому что в том же доме была и мастерская, развивается талант Матисса. И Густав Моро, чем он вообще хорош? Он и хорош как художник, и он очень хорош как учитель. Он говорит своему юному, ну, не совсем юному, потому что он уже имел к этому времени образование юриста, но юному в смысле знаний ученику Анри, он ему говорит, искусство может все.
Надо только в себе найти те идеи, которые вы потом выльете на холст. Но, в принципе, вы как художник можете изобразить абсолютно все. Любое чувство, любое ваше чаяние, любую вашу мечту вы можете изобразить кистью. И вот дальше. У Матисса начинается сначала период импрессионизма, а потом период пуантилизма. Вторые после импрессионистов художники, которые осваивали новые какие-то дороги в искусстве. Значит, пуантилизм, это я для тех говорю, кто не слушал у меня эту тему, это очень интересный стиль в искусстве. У них так называемая теория раздельного мазка. Они клали на холст рядом, например, желтый и синий мазки на расстоянии друг от друга. И на сетчатке глаза эти мазки сливались и превращались в какой цвет? Зеленый. То есть вот это чудо соединения, вот эта физика, которая превратилась, раздел физики оптика, которая превратилась благодаря художникам-пуантилистам в такое практическое занятие. Вот это очень увлекало Матисса. И первые работы он делает сначала как импрессионисты, потом как пуантилисты. Называется эта работа, очень характерно у нее название, «Роскошь, покой и наслаждение». Вот он всегда считает, что вот эти три вещи, роскошь, покой и наслаждение, это то, что надо человеку. Поэтому он в живописи стремится показать именно эти три позиции. Дальше. Вот начинается период, когда он вдруг понимает в какой-то момент, что самое интересное в искусстве, самое главное в живописи – это цвет. Ничего более интересного, важного, ничего более вкусного с точки зрения профессии не существует. И он пишет портрет дамы в шляпе. Возле этого портрета сидели те самые дети, про которых я рассказывала. И эти дети изображали синюю шляпу, такие оранжево-рыжие волосы, какой-то веер голубой, который у нее в руках. Ну, естественно, это все были пятна, без рисунка, без ничего. Но наслаждались дети по полной программе. И вот этот период, это период фовизма в жизни Матисса, когда он вдруг понял, что он поймал вот тот стиль, который ни у кого до сих пор его не было, ни у кого не было такой формулировки, что главное в искусстве, в живописи – это цвет и линия. Больше ничего не надо. Все объемы лепятся с помощью линии цвета. И человек, дальше я вам цитирую Матисса, человек, который смотрит на картину, должен себя чувствовать, как будто он сидит в мягком, удобном кресле. И рассуждал Матисс так. Мы живем во время, эти рассуждения человека начала 20 века. Вот согласитесь, что это про наше время вообще сказано. Что вокруг нас, пишет Матисс, и он много раз вслух об этом говорит, вокруг нас множество уставших людей. И задача искусства, чтобы эти уставшие люди, когда они смотрят на произведение искусства, чтобы они отдыхали, чтобы они получали удовольствие, чтобы им было приятно, как в мягком, уютном кресле. Вот задача искусства с точки зрения Матисса. Ты смотришь на эти драгоценные камни, я вам говорила, как показана была выставка Матисса и Фависта. У тебя ощущение, что тебя присоединили, как вот мобильный телефон, который разрядился, тебя вставили в розетку, что ты наполняешься энергией, силой, напитываешься. У тебя было 5 градусов, то у тебя стало 105 градусов твоей энергии и силы. И ты понимаешь, что вот он цветом действительно тебя абсолютно всю напитывает.